Одевали на башмак камеры и ходили, снимали. Все круто, одели и снимаем. Но если у вас башмак разболтанный, старенький, не совсем свежий, то вы могли просто скинуть его, просто случайно стряхнуть. У меня это сделать не получается, потому что башмак в принципе свежий. Но такая ситуация явно у кого-то встречалась. Если кто-то с ним знаком, напишите о ней в комментариях. Сейчас же с новой версией, что происходит. Мы его вставляем и закручиваем. И теперь он точно никуда не денется. Прогресс налицо. Что же еще поменялось в новой модели? Внешне, наверное, все. Но внутренне они стали поддерживать высоковольтовые вспышки, у которых напряжение на контактах может достигать до 300 вольт. Сам не знаю, что это за вспышки, но, скорее всего, это какие-то старые, древние вспышечки. Бонус, но приятно. И еще увеличилась скорость синхронизации. У старой версии она была до 1,250, у новой до 1,320. Опять же, мелочь, но приятно. Для тех, кому сильно заинтересовала новая моделька и кто хочет ее приобрести и не знает, куда деть старые, вы можете купить целый комплект